Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами Даев, и мы продолжаем нашу увлекательнейшую свалку, которая заставляет меня полыхать и гореть как факел. В общем, друзья мои, услышав ваши молитвы относительно добавь Юрий Александрович еще пару колес и перекрась данный драндулет, я с вами в принципе солидарен в этом вопросе, поэтому мы сейчас выберем с вами оранжевый цвет. Оранжевый. Можно поярче? А поярче? Как же здесь неудобно. Будет у меня коровый. Хотите, чтобы он у меня был коровый? Ну, я думаю, что-нибудь. Ну, дуст, не дуст. Так, это клиан. Концерет. Это неинтересно. Хеви армор. Давайте, хеви армор. Пусть будет хеви армор. Так, и чё? И то. Понял, это именно то же самое. Ну, хоть вот запыленный пускай будет. Так. Конечно, выглядит как... Такое себе. Давайте пусть будет у меня оранжевый коровый. И я думаю, что это... Мы этого заслужили в нашей игре. О! Леоперт, ёпты. Извините, чихнул. Так, далее. Юрий Александрович обнаружил, что у него вот это колесо какого-то... Какую-то Лену уже, чем вот эти два. Если вот так вот проводить прямую отсюда до отсюда, то вот как раз на один блок мы, по-моему, обшиблись. Тут у меня... Так. Ну что ж, давайте сразу же и займемся тем, чем вы меня просили. Так, мне нужен порн... А, нет, поршень, да? А где? Про. Не про, а пор. Пока у нас рассвета. Размаша пока что. Так. За место чего? За место унитаза. Эх, не прощу себе никогда этого. Ладно. Не хочет. Стесняется. А сюда? А сюда? Да ж, собака ты злая. И боба-то нам не придумали, как в вампирионе. Огнелёжка. Буду снимать то, что считаю нужным. Так. Сюда мы ставим поршень. Правильно? Правильно. Экс. Вот так вот. И там штанга. А, чё, вам нужна стальная пластина? Чё, у меня ни одной стальной пластины? Да ты чё у меня? Ты чё надо мной издеваешь, что? Ну-ка, фе. Ну-ка, няка. Вот. Ща по-быстрому мы все с вами это сделаем, дорогие друзья. Все, конечно, вы не будете наблюдать, но большинство... Так, а не пристыковать ли мне его? Чтобы не это... А, нет, не пристыковать, потому что я сейчас подниму поршень, и, естественно, у меня все это взорвется нахер. Ладно, будем молиться всем видимым и невидимым богам. И Лерой Джекинс. Ну, почему ты упал? В общем, первое желание выполнено. Последующие желания в процессе. Вот, все. Есть. Поршень есть. Теперь мы должны подмять и установить еще раз это колесо. Правильно? Правильно. Надо ли тебя проваривать? Давайте, на всякий случай, чтобы не проваливалось. Укрепляем. Ну, такое себе. Тыкс, как же тяжело игры менять. Хочу терморфировать эту планету, но тут уже всего хватает. 10к. Ну, в принципе, мне достаточно. Так, а зачем я это сейчас сделал? А кто его знает? Так, там бы на зарядку поставить. Ладно, не будем себе морщить свой попи. Вот сюда вот панель управления. Берем вот так. Переходим к поршню. Так, максимальная дистанция. Ну, много. Ну, давайте 5 метров. Реверс. Поехали. Wake up. Страшно. 3 метра. Все. Приехали. В смысле приехали? Чего? У тебя сил не хватает поднять, что ли? Ты что меня? Ты чего? В принципе, я не это. Так. Не это. Макс импульсу оси. Пошла. Корабль отключен от терминала. Не, ты же у меня не упрыгаешь сегодня в этой серии. Как наш корова. Так, теперь я смогу ли залезть? Ну, с прыжка смогу ли. О! Главное, чтобы сейчас у меня никуда не уехал. Молимся на наши тормоза. Так, скидываем все. Что-то я слышу какие-то подозрительные звуки. И мне, сука, страшно.
Я бы даже больше вам сказал, бой есть дно. Так, этому дала, этому дала. Что-то там подпрыгивает, слышите? Кто-то топчется. Это мухи. Так, ты идешь со мною. Да чтоб тебя подбросила и не поймала, женщина. Где у меня тут присосиська есть? Вот есть присосиська, в принципе. Блин, маленькой трубы не хватает. Так, ускоряемся и машем. Почему я все время должен в этой игре держать включенным shift? Что мне скажут? Так, Фе, ей на один блок дай. Хорошо. Да блин, надо было это взять. Ладно, уже не взять. Я не деструк. Чё прыгает? Это вот он. Кило Ньютона свои показывает. Так, первое колесо показываю, как делаю, второе уже за кадром. А то скажете. Скажите мне тут. Так. Е-бой. Эй, ковбой, что с тобой? Разве ты не понимаешь, что твоя корова в лес ушла? Вот. Место под второе Т5 колесо готово. Может быть, мне его вынести посильнее в жопе? Вот сюда поставить? Потому что здесь я вот на месте, вот где-то вот здесь хочу себе любому. Даже вот на месте прям половины моего корабля. Нифига я мощный. Мне кажется, побезопаснее будет, когда жопа будет прикрыта. Чтобы не взрывалась. Нет, ну когда жопа взрывается, это я прекрасно понимаю эту игру. Давайте, правда, сюда. Иди, строфиг. Так, меня интересует подвеска внедорожника. Обыкновенная. 3-3 левая, 3-3 правая. Это какое у меня? Левая или правая? Правая. Сено и солома, знаете такое? Г. Как же тяжело игры менять. Это у меня колесо правое. 3-3. Ну, будет 4-4. Так. 5-5 правая. Кончил, не кончил 3 минуты. Это же 5-5 у меня колеса или 3-3? Ребята, у меня, по-моему, колеса 3-3. Че, серьезно? Как тут повернуть-то? Сейчас оно в кверх ногамном состоянии. Да блять. О, игра. Так, рессорами в какое место? Поршнями. Давайте поглядим. Вверх. Так? Слушайте, ребята, мои дорогие, а у меня, оказывается. Оказалось, у меня колеса-то не те. Че, серьезно, 3-3? Да ладно! Юра! Юра! А я думала, сова. Чего мы так брюшком-то цепляемся? А у меня колеса унылые. Эх, молодежь, молодежь. Так, провариваем вот это. Стальная пластина. Хелп. Нит. А, нит. Ну, куда? Все, я вас услышал. Блин, как здесь неудобно. Жуть! А! Приятно! Не звезди мне. А здесь не сделал, что ли? Ну, Егор. Вот, как порядочный сволочь. Так, вот здесь будет у меня расположен колесный блок. Е, Е. Бой, бой. Так, мы сюда не запрыгнем никак. Хорошо. Вам нужна остальная пластина, 2 штуки. Да не вопрос. Эш, блин. Конечно, это можно было не тяжелые, но, знаете, такое себе. Ну-ка, не это меня. Попробуем взять все, что нам нужно. Оп. Сказала я. Сейчас чего-то точно не хватит. Давайте посмотрим. Моторов много, больших труб много. По 20 на штуку. 20, 190. Считаем, 20. Это 4 колеса я могу сделать со 100 труб. Нормально. Моторов 4 колеса хватит. Но остальное, наверное, приложится. Узелок завяжется, узелок развяжется. А лубов? У меня еще тут вот в малых контейнерах всякой твари по паре. В общем, хватит мне на 4 колеса. А там в середине маленькие троечки поставим. И будет нам часть Е. Часть Е. Ну давай, ставь все. Ёпс. Извините, упс. А на тебя что надо? Еще 30 труб. Да ты охренел. Сейчас мы жопу поднимем и будем это, как эти... Жалко, камеры нет. Так. Вползает.
В общем, двойное колесо мы можем убрать, правильно я понимаю? И заменить его на одинарное. В середину троечку поставить, и будем и выше, и все выше, и выше, и выше. Плюс вот этот бампер, тут туева куча этих труб спрятана. Кока. И кока вешать в граммах. 10 труб в каждой штуке хватит. Достаточно. Экс. Начинаем кончать. Ну-ка, на-ка. Ну-ка, ня-ка. Ух. А так хотелось. Ам. А на колесо он тоже уже взял труп? Я что-то сомневаюсь. Дико сомневаюсь, что он прям на колесо уже все взял. Ёпс. Эх, коллижн модели. Когда же вы будете в инженерах? Ах да, там же V-Rage 3 будет. Угу. Сейчас. V-Rage-лу. Пошире откройте. Где ХХ-5? Ёпс. Не лезет. Нидмор говорит, большая стальная труба. Да все там нормально, не писай. Опа! И правда, 3 штуки не хватило. Экс. Я, наверное, сейчас это все распланирую. И немножко встану на паузу. Правильно я мыслю? Правильно, Юрий Александрович. Ты всегда мыслишь правильно. Ну, слушайте, если бы я сразу знал, что у меня и не те колеса... О, вот это колесо. Вот это я понимаю. Вот это колесо. Оно? Оно? Аннабелла Валентина. Не звезди-ка мне гвоздика. Так, четвертую трубу куда мы тогда ставим? Ну, в смысле, вот это вот колесо. А надо ли? Надо же такому случиться. Так. Внимательно. А преимущественно иногда даже внимательно. Значит, спиливаю сейчас вот эти колеса. Вообще не вопрос. Ну кофе. Вот эти два колеса спиливаю. Падаю, взрываюсь и все. И приехали. Да ладно ты, женщина. Energy low у тебя. У меня там, кстати, еще вон эта панель валяется. Давай. У меня как раз переделка. Какие же унылые лод-модели. Стящие. Вот можно подумать, что я пару кадров потеряю, то, что вот они так или так. Ну не в пределах же видимости. Эх, инженеры. Пилинг. Я знаю, что оно укатится. Не укатилось. Пилинг. И этому хорошо. Волшебник. Во всю свою волшебную голову. Значит, мне здесь нужно... Мы же сюда его ставим? Да нет, не так. Сюда. Или расширяем. Да хер же его знает. Нет, по-моему, вот здесь вот оно воткнуто. Вот как вот это вот определить? Ой, что ты так орешь? Всю рыбу мне распугаешь. Вот так вот оно должно встать в теории. А как вот на практике, это и уже покрыто раком тайны. Так, сплевываем, смотрим, да? Надо крайний ряд, ой, как я чмокнул прям. Дурак. Вот, я бегу. Прибежал. И вот здесь оно установлено. Правильно же я мыслю? Не лагуй. Игра, не лагуй. Еще попытка. Так, вот прямо вот на этом оно установлено без каких-либо добавочных. Бежим. Значит, вот эти два блока лишних явно. Хер ты так залезешь. С этой стороны я залезть вообще могу? Не могу поднять ногу. Ну ладно, хотя бы сразу же это заметили. За что нам огромное спасибо. Сейчас добавим колес. Самое главное, как говорится, Нива главное разогнать. Дальше ее хрен остановишь. Значит, все правильно было. Задние-то колеса были шире. Маминой. Так, вот этот вот. А мне кажется, вот сюда вот надо сместить. Это будет наш бампер. Правильно я мышлю? Неправильно. А. Сейчас распланируемся, ребята, и все будет у нас как в лучших домах Лондона и Парижа.
по-быстрому преобразовываем свои колеса. А то, правда, всякие деревья вырастают, и у меня там все взрывается на этот самый. Эх, хорошо пошла. Также у меня тут что-то с днищем какая-то проблема. Вот. Вот офтанк. Так, это у меня левое колесо. Правильно же я мышлю? Правильно. Где у меня вперед? А, нет, вперед. Это все еще правое колесо. Там где галстук, там вперед. 8. Я. Головка от фаус-патрона. Опа. Срослась. Одно колесо взамен двух. Ну и что, и третье колесо прямо посередине поставить? Да выберем. Ёпс. Упс. И хорошо. Да? Тогда никогда брюшком не цепнем. Но мы и так не цепнем никак брюшком, не зацепимся, если быть точнее. Потому что тут клиренс будет в два раза больше. Но это мы увидим сейчас. Сейчас мы по-быстрому провариваем вот это все недоразумение. Гром гремит, кусты трясутся. Что там делают? Сейчас мы его поставим и посмотрим, насколько выше. Опустим. Эти колеса поднимем. Великий Юрий Александрович Комбинаторович. Одному опустим, другому поднимем. Welcome to space, инженер. Я. Пшик-пшик. Пшик-пшик. Главное, чтобы на все колеса хватило, а то будет смешно. Вот прям. А на само колесо, пожалуйста. Ом. Ну, почти. Need more труба, говорит. Ничего, нормально. Труп нафармим. Не писай. Так, а. Он сказал а. Кто сказал а? Может, отсюда спилить, чтобы не бегать? Ну это я сейчас задолбаюсь прыгать. Давайте спилим, тут все равно есть 10 больших труб. Есть. Есть. Мне же 20 надо было. Это какое колесо я сейчас делаю? 5 на 5. А что оно какое маленькое? Вот. То, что и хотелось доказать. Доказнять. Так. Переходим к плану Б. Чего? Чего? Да ты пьян, что ли? Иди спать. Так, кол. Бол. Какая бол, какая бол. Почему вот оно пишет мне, что оно это? Что оно это? Высота подвески. Не в ту сторону. И не в ту сторону. Очень удобно. Особенно, когда ты не видишь колесо. Ну, в принципе, смотрите, насколько клиренс поднялся. Ну, я бы не сказал бы, что сильно, конечно, поднялся, но, по-моему, поднялся нормально. И встал. А если мы сейчас опустим и укатимся нахуй? Да ты иди ты в желудок! Ёб горит. Ёба горит. Гироскоп, кислородный бак. То есть он считает это другой сеткой. Чего? Почему? За что? Как это работает? Так, надо быть поближе. Давайте, наверное, сядем. И встанем. Сядем сюда, если что, сразу же на тормоз нажмем. Что у меня тут? Ну, слушайте, ну это уже прям смотрится. Да, третье колесо все-таки надо. Чем вот так вот ездить? Мы будем ездить вот так вот. Колеса ровно стоят. Идеально. Вот волшебно, я бы даже сказал. Так, одно колесо, по-моему, вверх смотрит. Нет, все нормально. Сейчас мы берем поршень. Делаем ему реверс. Аккуратненько опускаемся. Ой, все, я обиделась. Подвеска колеса жопь, лев. Так, подводим итоги. Это вот знаете, когда одно побольше, а другое поменьше. И это считается нормой. Юрий Александрович, ты дебилушка. Ладно, шучу я. Настроение хорошее еще не испортили. Так, кол. Сейчас мы тут силу коннектора прибавим немножко, а то что-то не встает. О, вот это я понимаю. 13 не хочу. 13 число было, поэтому и разыграл мой корабль во все свои места. Намного ли мы стали выше? Сейчас со всей мочи завою с тоски. Никто не услышит. Значит, здесь максимально делаем все, да? Вот максимальную прям силу коннектора.
схватил коннектор, прям, оп, что-то не встает. Мощность, высота подвески. Все, максимальная высота подвески. Сейчас сравним, насколько мы все-таки стали выше. Выше или ниже? Так, тут мы видим почти блок. А тут почти два. Ну, я бы еще бы одно колесо себе вварил бы. Пока что меня все устраивает. То есть, мы сейчас встаем на паузу и делаем то же самое с другой стороны. Правильно? Правильно. Только вот на этот поршень, похоже, надо будет стыковочную эту придумать. Да? Так, выдвинул, пристыковался. Какой-то якорь. А сработает ли, если через другую? А давайте попробуем. Взрывать так взрывать. Ну-ка, давай-ка. Блясать, высходи. Магнитные пластины на. Магнитные пластины на. Магнитная пластина на. Так, колеса пригодятся, это пока нет. А, чего? Почему? Чего? Почему не могу? Не могу поднять ногу. Не ногу, а ногу все равно не могу. Так, теперь мы сюда заходим, в поршне. Усилие делаем, максимальный импульс оси. Адекватный. Высота. Ну, мы сейчас поймем. Хотя я не сохранился. Нет, игра. Нет. Я стукученый. Стукученый. Я. Головка. Реверс. Смотрим, 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 смотрим. Это как? Присосился. Хрена. Дело было не в бобине. Идиот сидел в кабине. Угу. Так не работает. Ожал. Инженер, почему у вас так не работает? А я смогу опускаться? Да в теории должен бы. Ладно. Вот, цеписька. О, даже сил хватает. Смотрите, не обязательно было столько много ньютонов-то. Ой, как оно подозрительно подрагивает. Где ты? Где даунхиль? Да отстань. Да что ты, блин? Кравулер. Алена. Овца она. Так, пор. Шень. Почему он считает это другой решеткой, я не понимаю. Но почему-то считает. Все, дувся. Давайте отрежем ему ноги по самой гланды. Так, где он у меня стоял? Вот здесь стоял. И ничему, в принципе, не помешал, да? Значит, мы сюда ставим еще блок. Як. Сюда ставим поршень, который я убрал. Поршень. И ставим на паузу, все провариваем, как порядочные сволочи. Правильно я мышлю? Вот эта вот лестница прям самая необходимая здесь. Как говорится, лестница в небо. Да не звезди ко мне гвоздика. Сейчас разберемся, дорогие друзья. Я понял, что у меня тут бултыхалось. Вот эта вот штука бултыхалась. Я не могу придумать, куда ее приварить. Но явно не к водородному баку. У меня вот ощущение непередаваемое, что он бахнул. То есть бахнул водород. Это факт. Это факт. Все, готово. Шипись-ка. Отцепись-ка. Ями. Так, этому дала. Этому дала. Умница, девочка, умеешь, когда хочешь. Так, на чем мы остановились? Сейчас, если здесь взорвется, это будет ханес. Большой конец для маленькой такой компании. Большой такой конец. Хорошо. Их. А может быть мне снизить? Клиренс. Максимально. Не обезопасит ли меня это? Да, по-моему, ни хрена меня это ничего не обезопасит. Хватит морщить этой самой. Так, где ты? Поршень. Поршень. Так, чуть-чуть. Максимальный импульс по оси. Вот, на 79 вроде поднимал. Ну, давайте сделаем на 100. Немножко. Реверс. Максимальная дистанция метров 7. Ибо грядет. Почему он считает свою? Не понимаю. Сейчас еще и перевернула. Так, по-моему, высоковато. Вам так не кажется?
А те колесики-то не подвзлетели. Вот это вот подвзлетело. А то не подвзлетело. Так, ну что, ребята, а как я его спиливать буду? А? Бегли. А, мне здесь добавлять же надо. Добавлять. Вот в это место. Ладно. Кто там стучится? Занято. Эх, эх. И филистратик, кастратик. Так, ну что, ребят, как, когда сделаю, вам сообщу. В письме даже. Так что ожидайте. Я уже в процессе. У меня Филистрат Кастратович, поэтому приходится вот такие пиздесталы делать. Вот. Волшебник. Вообще. Так, у меня здесь колесо, да? То есть мы ставим сюда, сюда, сюда. Блин, жопа. Сюда, сюда, сюда. Правильно? Да вроде как, да. А вроде как хрен его знает. Непонятно, но очень интересно. Рекламная пауза. Так, ну прошло совсем немного времени. Солнышко встало оттуда, вот до отсюда. До отсюда, как же я люблю это слово. До здесь. А, понял тебя. И осталось только одно колесо, и мне всего хватает, ребята. Так что спасибо вам за комментарии. Вот так вот мы смотримся теперь. Ну, слушайте, ну это прям хай-энд. Так, давайте выровняем все настройки на колесах. На тех, которые есть. 6 колес. Так, высота подвески. Эк. Вот, вот и выровнялись. Так, трение. Ну, трение поболее. Лимит скорости устраивает нас. Перехват ускорения, перехват поворота не надо. Сила коннектора. Ну, 30 до хрена. Но это мы отрегулируем, когда уже приземлимся. Ну, в смысле, когда того. Ну, вы понимаете. Нет, не понимаете. Я тоже не понимаю. Куда я попал? Зачем, самое главное? Мне тут еще надо батарею доделать. И подхилиться, а то я тут падал. А то я тут падал. Так, вот место под последнее колесо. Единственное минус. На минус дает плюс. Что я его ставлю на... Я его ставлю на... Ну, вы понимаете, нет? Прилепил туда эту панель, чтобы не болталась. Просто на обыкновенную магнитную. Не стал я ее никуда пристыковывать. И с теми, с другими я тоже еще пообщаюсь. В общем, у меня будет корабль... Оранжевый коров с зелеными ножками. А что я сделал сейчас? А? Кто здесь? Последнее колесо. Ну, давай, ты сможешь туда попасть. Нет, не сможешь. Это Филистрат Кастратович. Филистрат Кастратович, онлайн без регистрации. Так, поднять мне надо здесь, значит, здесь мне нужен поршень. Давай. Или. Так что, все у нас отлично, ребята. К сожалению, чуть побольше его приходится. Повыше поднимать. И на трех колесах мы будем уже просто. Формула-1 сенсацию устраивать. Сенсацию. Экс, вам нужна большая труба. Да хрен на нее. Последнее колесо ставим. Это у меня колесо правое будет. Так, подвеска правая. 4 на 4. Ага, поршень забыл поднять. Можно? А можно, не можно? А если я под ним буду стоять, меня воткнет? По самой не балуйся. Пор. Поршень недостроен. Поршень достроен. Это какой из них недостроен? Угадайте. А вот и не угадали. У меня жужжит в обоих ухах. Так, 7. 7. 7. Если детей на заднем фоне слышно, извините. А тот я не допилил? Скорее всего. Но это не точно. Интересно, будет ли мне мешать колесо пристыковываться? Ну, это... Ну, слушай, ну, нормально. Отлично. Жить будет. Вот. Это 5 на 5 правая. Это же правая. Где мне перед? Надо еще перед. Там, где галстук, там вперед. Правая. А какое поставил? Правое. Это и есть правое. Все. Ребята, демократы. Осталось только проварить. И в путь. И в путь. И в путь. Так, 8. Будем проверять ходовые качества. Ходовые. Какие у вас ходовые качества? Вот через щелочку смогу? Не лезет. Горелка не влезла. Японский бог. Кто-то там детей это...
Детишки на улице почувствовали лето. Наконец-то жарко, можно с открытой форточкой все это делать. Записывать. Но, к сожалению, звуки, а закрывать душно. Потому что процессоры греются до 70. Зато зимой хорошо было. Так, и мне осталось... Верни мне мой мозг. Его у меня нету. Beholder съел. Так, проварить последнее колесо, отрегулировать настройки, сделать группу. Убрать поршень и попробовать проехаться. Посмотреть, как мы вообще будем стыковаться. Для этого... Это для меня еще пока что покрыто раком тайны. Все, всего мне хватило на все три колеса. Спасибо огромнейшее всем, кто советует мне. Рано или поздно я все равно все это читаю и осознаю всю тщетность бытия и выполняю ваши хотеблы. Ну что, нормальная корова, что вам не нравится? А я, может быть, это... Да не, ничего не будет. О, как отыграла подвесочка-то. Персик, блин. Ну, персик. Так, я тебя доварила? Я тебя доварила. Я его слепила из того, что было. В общем, вот теперь наш краулер. Ну, мне нравится. А мне нравится. Можем попробовать куда-то проехаться, но в первую очередь мне нужно забрать свой корабель. Где-то он мне тут валялся. Так, что там? А, понятно. Сразу стало ясно, что там. Dive Small вижу. И если мне опять раз... уничтожит мой корабель, я в него плюну. Так, а могу ли я здесь забрать? А не могу ли там этот? Этот. Укрепляем как можно сильнее колеса. Ну, слушайте. По-моему, хорошо. И это как раз место для вполза. Так, мне нужна лестница. KFC. Лестница. Лестница. Вот, воистину великая. Ну, вам нужна. Вам нужна. Где у меня корабль-то? Кто бы знал. Так, здесь это жопь. Значит, где-то залазим здесь. А, да, я его не допилил. Пристеснявся. Ну что, вот эти оставляем уши. По-моему, такое себе. На водородных баках. Уже проходили. Так, ты лишняя. Вначале головку, потом вот это, потом вот это, вот это. Все. Отлично. Ребята, все отлично. Что хотел? Что сказал? Здесь где-то у меня был корабль. Ну, в смысле, где-то был. Где мой корабль-то? Что корабль сейчас проиграю, вообще будет смешно. Ночью светился, честно, октябряцкое. Вон он. Яй-яй. Так, я хотел на лестницу взять. Ну, поздно. Поздно бабушку прокомпасировали. Если здесь нет малой трубки, нету здесь малой трубки, значит, есть в корабле. Так, корабль приуныл, но ожидает. Чудлы. Тут кто-нибудь есть? Нет. Извини, никого. А тут кто-нибудь есть? Да, есть трубка. В кокпите. В кокпите. Так, берем трубку с кокпита. И, наверное, так, так, так. Пойдет. Надо было подлететь, но ладно. Мы не ищем легких путей. Что-то я так чавкнул внезапно. Вот. Теперь я могу сплевываться прямо сюда. Отлично. Теперь мне нужна здесь лестница. Яка, яка. Шипи. Не лагуй, а шипи. Строительных компонентов не хватает. Да ладно. А взять? Ну-ка, давайте попробуем. Оп. Самка динозавра. Шикарно. Все отлично. Здесь все проварено. Здесь все включено. Ну что, пробуем? Залезть мы здесь можем. Сплюнуть мы здесь можем. Ну, отлично. Сейчас запаркуем свой корабль. Так, питание не кончилось? Да не, нормально. Че, не летим? И летим. И даже очень даже неплохо летим. Так, а там у меня что? Что-то оранжевое. Что-то. Ну-ка, пойду погляди, а то давно здесь не был. Забыл. Пока там планет крафтер двое суток записывал. Тут кто-нибудь есть? Кто-нибудь общественно полезный для меня? Ну нет.
То есть мы отсюда все спилили. И, в принципе, оно самоуничтожится рано или поздно. Колес нет, только одни две фары осталось. Фары забираем. Ну и все. Можем валить. Со спокойной душой можем валить. Так, пи. Сейчас окажется, что мне колесо помешает стыковаться. Вот будет смешно. Ой, нос зачесался. Извиняем. Кто это сказал? А дело было не в бобине. А по-моему, я здесь не приземлюсь-ка. Вот, кстати, вот в этом месте. Ой, колесик мешает. А на повороте, интересно, я его сносить буду? Так я высоковато. Ну-ка, давай-ка пониже. Так, так, так. Сейчас расслабляюсь. Это я вслух сказал, нет? Так, так, так. Сюда, 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 сюда. Не лезет. Батька не лезет. Колесо мешает. Йогурт без даты. А что же делать? А если так, то я в него и не залезу никогда в жизни. Блястич. Так, а что делать, что делать? Отпиливать вот эти уши и ставить его по-человечески. Да? У меня даже пилидло есть. Дайте мне вид. Из кокпиты. Свободу. Так. Ну-ка. А-а-а, женщина, не вой. Не вой, красавица, при мне. Вот меньше всего я бы хотел бы вот так прям ставить себе этот. Ну ладно, будем надеяться. Все надеетесь. Так, гаситель выключаем. Я бы... упал. Я устал, я мухожук. Интересно, при повороте будет мне подтачивать корабль? Сейчас мы это узнаем. Очень быстро мы все это узнаем, мои дорогие друзья. Так, ну что, взрываем. Боитесь? Я бы тоже был, ага, но пока никак. Мы там спереди подпилили мой бампер. Так, проверяем. Это мы сейчас брюшком, да? Ну-ка, кол. Кол. Кол левый, кол правый. Группа блоков. Кол бол. Сохранить. Так. Для начала. Высота подвески. Get up. Get up. Up, 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 up. Полностью. И теперь силу коннектора уменьшаем до того, как он начнет оседать. Ну, блин. Вот. Начал оседать. 7, 8, 9, 10. Я бы, конечно, переднее бы вот оседание бы убрал. 12. И высота подвески чуть ниже, чтобы отыгрывала. Ну что, попробуем? Ну что, покойнички, покатаемся. Какой у меня клиренс? По-моему, прям отличный клиренс. Что-то сзади он показывает. Фух. Ну что, вздрогнули. Так, мы куда едем? Ну, судя по тому, что мы туда, давайте сохранимся. Ну, ладно. Так, 43 я. Ты. Он, она. Он, она. Так, 5. Йо-ха. Знаете, чего не хватает? Правильно, мощности. Слушайте, очень даже это. Ну-ка, давайте мощи. Больше мощи. Оба отмаш, краулер, колбол. Ну-ка, мощности мне больше. Погнали наших городских. Ух. Тихо, не лагуй. Ну, слушайте. Очень даже приятно. И поворачивает прям, знаете, как не в себя. Но что-то разгоняется, конечно, ужасно. Но если учесть, что я 183 тонны вешу, то ему как бы можно. Что-то бумцкает. Не днишком ли? От снизу, что ли, колесо приварили. Деревья не убейте. Нормально. Что-то взорвалось. Не, оказалось. Так, мы чего хотели посмотреть? Я там не цепляюсь колесиком моего этого. Не, нормально все. Все отлично. Так. Ну что, куда мы едем? А мы пойдем на север. Я, по-моему, вижу воду. Вам так не кажется? Я бы вот до той пустыни бы доехал. Доехал. Вот до туда. И там уже что-то начал бы придумывать.
Ну слушайте. Сука, страшно. Вот эти вот блинские деревья, это просто жуть какая-то. У меня аж все потемнело в глазах. Ну, знаете, разгоняется просто как это. Как кусок какого-то печального. На тех колесах я как-то побыстрее разгонялся. По крайней мере, мне так казалось. Ну, давайте добавим мощи прям, чтобы прям... Ух, ёпта. Ку-ку, ёпта. Так, сила коннектора. Давайте сила коннектора, наверное, 14. Мощность 100%. Трение. Чуть побольше трения. Прям, чтобы трение прям... Ух! Да, на болид мы не тянем, конечно. Это что такое? А, это просто руда. Знаю, что есть мод на выключение деревьев, но, ребята, мы с вами здесь выживаем. Или не выживаем? Ну, 24 метра в секунду едем. Во! Поворачиваем. 2 километра до туда. Вот. И теперь не сворачиваем. На! Еще раз мне показал. На, я не вижу просто. Е2, Е4. Шахматисты есть? Ставьте плюсики. На Е2, Е4. Надо там проварить, ребят. Давайте-ка, наверное, остановимся. Ну, тормоза, знаете, у меня прям просто волшебные тормоза. Во всю их волшебную голову. Благодать у меня есть, это колесо в руках. Нидмор, труба. Да в смысле, что, все трубы, что ли, ушли? Да вот же трубы. Что-то мне мозги-то... 7. 1, 2, 3. Ну, понятно. Пойдет. Вот эти вот, на всякий случай. Проварим обратно. Сюда одной не хватило. Ремонтируем вот это вот все. Блин, сколько, как их потеребонькало-то. Еще и ветер. Ветер с моря вдул. Да, мы, конечно, теряем, но теряем мы пластины, а не трубы. Так что, как бы говорится, и пифик. Так, ремонт. Экспресс-ремонт. Ну чё, вроде нормально. Я понял. Ребята. Нам же надоел всем цвет там унылый. Так, а чё меня сзади показывает? Сзади говорит, вот это вот меня возьми. В смысле, ты вражья батарея, что ли? Чего? Ну, куда-ка я тебе? Отпилиську сделаю. Внезапную. Да ну тебя в желудок. Что у меня тут? Трубы горят. Трубы горят. А то мне все время моя же будет показывать на мое же. Аккуратненько. Оп. Все? Мое? Сюда ячеек не хватает. Ну и хрен на нее. Так, на чем мы остановились? На том, что мы едем. Мы едем, едем, едем в далекие края. 5. Поехали. На Е2. На Е2. Да, конечно, вот эти деревья, они... Ну вот, ну что это такое? Ну почему? Ну неужто игра думает, что мы каждое дерево должны объезжать? Ладно, это я, наверное, скипну. Я предлагаю, дорогие мои друзья, 2 километра вот туда, и я ее прям вижу вот отсюда. Там. И там. Просто произвести разведку. А иначе это фигня. На такой большой машине ездить ни для чего. Так, мы здесь хотели что сделать? Переделать себе кокпит. Кокпит. Кок ест. И поставить другой. Ну-ка, давай-ка. Ничего не отвалится? Да не должно бы. Но это не точно. Да ну у тебя. А, погрей яички. Погрел. Так, чего у меня опять много? Бронированных стекол. Стекло. Нет, еще стекает. Так, нормально запрыгнул? Да вот вообще волшебно. Почти. А! Только что вы услышали крик души. Да почему ты, сука, не можешь прыгнуть наискосок? Так, выбираем другой кокпит. Кокпит. И ставим сидельный кокпит или компактный сидельный кокпит. Давайте, наверное, поставим себе сидельный кокпит. Где у тебя тут? Избушка? Так, это сидело? Сидело. Где у тебя конвейеры? Внизу есть? Есть. Вот так вот его. Либо сюда, вот так вот.
Где центр-то? Вот так вот. Хрена. Невозможно построить. Не лезет. А сюда лезет. Ну, будет кривой. Будет мне фонарем в глаз. Мне моих болячек не хватает, чтобы фонарем в глаз светило. Так, немножко. А что там надо было на него? Не знаю. Что-то надо было. Все, взял. Нидмор. Сейчас мы по-быстрому узнаем, что от нас хочет игра. Внутренняя пластина. Хрен с ним. Так, полетит. Так, включаем гасители. Включаем буковку. Слышите, что-то падает? Слышали? Кто-то стучится в дверь моя. Кто-то об что-то стучится. Ладно, пробуем. И не стучится. Так, Е2. Вначале проверяем Е2. Да, вот оно. Практически доехали. Потом туда. Вначале сюда, потом туда. И видите, мне желтеньким... В каким жопу желтеньким? Кругленьким показывает. Говорит, вот здесь меня забери. Ну и отлично. Два багги. Маленьких, уныленьких багги. Приземлямся. Вид, конечно, шикарный. Так, смотрим, что на них есть. Кто его хочет растеров? Ребята. И контейнеров. Ребята. Это меня устраивает. Сразу же провариваем их, чтобы не распилить. Так, тебя с пляжу. Эх, такой хороший. А здесь что? Еще. Оргазмируйте. Я тоже. Малый контейнер. Эй, вам не хватает. А хочется? А не хватает. Чего тебе надо-то? Компьютеров. Где же я тебе компьютеров-то возьму? Вот здесь есть компьютер? Выхлопная труба. А здесь? Так. У тебя есть ноги? А хвост? Так, ноги есть, значит, компьютеры есть. Нет, обманули. Компьютеров нет, но вы держитесь. Так. Ну, уже не просто так сделали. Ребята. А мне отсюда мой краулер видно? Не видно. Высока. И далека. Провариваем трастера от греха подальше. На все, что у них есть. Так, ну здесь мне явно компьютеров пока что не хватит на все на это. Это я зря проварил. Здесь все. Лишь бы не попилить. Но пилило у меня теперь унылое, так что я особо и не писаю. Большая труба, компонент решетки, большие трубы нужны. Так, и что мы, как мы поступим? Здесь тоже компьютера нет. Я боюсь, что у меня в корабле тоже компьютера нет. Как не парадоксально. Так, скрыть пустые, давай-ка. Че, вообще ничего нет? Да ты что? Семен Семенович. А ты мне нужен вообще? Сейчас мы тебя насадим на компьютера. Посмотрим, что нам дают в сундуках, в рундуках. Так, тебя что ли надо выучить? Вот. Знаете, доступ запрещен. Вдохнуть и не дышать. О! Волшебно. И пилинг. Вот сейчас мы на двух компьютерах так и сделаем. Так, не лезет. Мое. Запись-то включена? Включена. Ну, такое себе, папули. Папули. Так, это кто? Контейнер. Так. Этому дала. Ать. Еще батарея. Да ты что? Что, так можно было? А почему раньше так не можно? А можно, не можно? Можно. Так, смотрим, что тут у нас есть хорошего. Конвейер. Куда это я? Я познал дзен и взлетаю. Хлопай крыльями и взлетай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Колесо правое. Яйцо левое. Так. А ты теперь совсем застрял? Или так, чуть-чуть? По-моему, чуть-чуть застрял. И кто застрял? Так, здесь же есть компьютеры? Нет, здесь есть моторы. Глупый инвентарь. Ну ничего. Ничего. Так, батареи однозначно. Выкладываем. Ой, не ори мне в ухо, пожалуйста, Юра. Моторы пригодятся. Да как тебе выкладывать-то по 10? А! Игры разные. Игор. Не пули. Экраны верни, это забери. Этому дала. Так, вас мы заберем, а вас я попрошу остаться. Текс, контейнер, конвейер, на. Конвейер, на. Конвейер, на. Тебя, шипись-ка.
Отлично. Еще батареи. Да вы что? Разве можно так было вот вообще? По-моему, это незаконно. Сейчас приезжаю, у меня опять краулера нет. Он будет мне законно. Зато будет смешно. Так. Так, трастер не пилим. Запоминайте. Учитесь, пока я жив. Еще три решетки. Да, игра прям меня прям любит. И я ее тоже во все ее места. Прям обожаю. Это можно вернуть? Да, я думаю, что да. Ой, компьютер не хватает. Не допилил. Фи. Так, ну что, друзья мои. Это мы все дежапируем. А сможем ли? Вопрос. Большая трубка. Везде не хватает моторов и больших трубок. Так, а дежапировать можем? Можем. Легко и непринужденно. Так, мы тебя взад. Оп. Все, все мое. Мое. Куда это ты попрыгал? Когда не надо, прыгает вот хрен знает куда. Дай мне мое стекло. Нет, еще стекает. Так, здесь все проварено, да? Так, и куда же мы это все прилепим себе? Столько трастеров-то. 6 трастеров, ребята. Это вот просто мечта. Потому что у меня вправо-влево такое унылое, что прям ни в сказке сказать, ни приема писать. И здесь, ну, естественно, решетки есть, а вот больших труб нет. Придется. Ну, давайте запасемся пластинами. А, вот у меня есть 6. Сейчас мы их навтыкаем себе. По самой не балуйся. Так. Это не лезет. Шик, шик, шик. Самое главное на всех пластинах выключить стыковку. 3 здесь. А здесь что-то как-то вот плохо будет. Ну ничего. Где моя нога-то? Где моя нога? Че мне стальная пластина нужна? Да ты брось ты. Лгать. Не лгуй мне. Все отлично, ребята. Так, сюда. Так. Она была Валентина. Отлично. Просто волшебно. Ребят, мы с вами столько всего и девчат сделали, что мне просто прям аж стыдно. Игру взломал. Поехали. Не отдетачил. Не тот спутал. Поехали. Так, ты идешь со мною. Ах, верни, Леша, ах, верни, Саш. Ну что, ты не мог? Мог. Так, это забираем. Не болтайся. Оп. Фиксируем. Зафиксировали. Забрали. Сейчас я сделаю себе. Право-лево будет летать прям. На второй корабль, на доставочный. Вообще будет отлично, по-моему. Так, здесь никого не должно быть. Но мы это, естественно, проверим. Чтобы оно могло деспавниться и отспавниться еще раз. Это что такое? Конвейер. Пригодится в хозяйстве. Ну не лагай. Ну нормально же общались. Так что я выполнил все ваши хотелки, за исключением одной. Вам всем надоел коричневый цвет, а я покрасил его в коричневый. Только сейчас до меня дошло, так что корова у меня будет голубая. Такая. Есть же эти... Как его? Самый великий цвет. Это небесно-голубой хаски. Я надеюсь, детей не слышно. Ну, будет жарко, ребята. Очень жарко. Вот так и стой. Все? Все. Сейчас с этого еще колеса отпилим. И посмотрим, что там еще одна точка. И в этой... На этой веселой ноте... И на этой веселой ноте мы с вами... Вдруг там сейчас как прокнет мне. Кстати, у меня лед кончается. Так, колес нет. Это не считается за вкуснятины. Хотя, как сказать... Главное, чтобы брундуков не осталось. Ну, в теории не должно быть ничего. Проверяем. Можно выключить свет? А как в этой игре оно выключается? А, вот так вот. Тяжело игры менять. Игор. Так, Underlight, Spotlight. Понял. Spotlight. Спорт. Опять? Так. Underlight. Понятно. Все. Отдай.
Оптимизируемся. Все, можем валить отсюда. Теперь переходим к плану пластины. Ага, бежал. Оббежал, почти оббежал. Так, тебя надо вылечить. А то приуныл. Да, забег у меня здесь, конечно, такой себе. Так, переходим к плану Б. Панель управления. Магнитные пластины. Автозацеп используется для парковки. Нет. Посадочное шасси, 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 шасси. Пойдет. Так, отцепляемся. Нет, все попадало. Парковка отключена. А почему меня потянуло? Куда-то. Меня куда-то тянет. Подозрительно куда-то тянет. Возвращаемся домой. Вот, видите, мне хоть все показывает. Что это такое вот? Зелененьким светится. А, точка моя. Я на Х не нажал. Ладно вы. И теперь я беру камеру. Беру. С собой беру. Видеокамеру. И обзор. 4. И глядю туда. Где ты видел? Вот. Офтанк. Ну-ка давайте долетим. Чем черт не шутит, тем мужик не перекрестится. Посмотрим, что это за такое. Вдруг там что вкусное. Еще 2 километра сюда показывает. Вот, ребята. Вот поэтому я и переделал кабину. Потому что та что-то какая-то багнутая. Тут я, по крайней мере, с 2 километров вижу хоть что-то. Кусок решетки. Вентилятор. Вентилятор. А там я кого видел? И где самое главное? А здесь, да? И еще вентилятор, вентилятор. Сегодня прет на вентиляторы. Ну и хорошо. Ну и чё бы и нет. Главное, чтобы в этом сундуке со сказками не было турели. Давайте-ка так вот с краешку заходим, чтобы если турель есть... Так, ну-ка, фе. Вот. Нежно. Заземляемся. Это мы гидаун херним, естественно. Опа. Как нежно я заземлился, прям аж самому понравилось. Посмотрим, что у нас тут дают. Что нам тут дают? Здесь кто-нибудь есть? Ку-ку. Антенна. И еще один трастер. Игра, ты что? С ума сошла? Что-то меня вот ничего не трогаю, у меня что-то вот... Куда-то пытается туда посмотреть. Так, что? Где? Сам играй. Слушайте, он целый. Без двух труб. Просто целый трастер. М? Маяк. Антенна. И на. Вот маяк, не знаю. А, может, маяк все-таки? А что у нас выгоднее по электропитанию? Маяк или не маяк? В чем вопрос? Гироскоп не знаю. О, еще. Еще на один трастер мне хватило наглости. Ребята. Сейчас мы их отдетачим. Себе приставим. А почему те я не мог починить? Непонятно, но очень интересно. Так, ну-ка, пошли. Ты идешь со мной. Хверни, Леша, хверни, Саш. Куда я свой корабль-то? Вот он. Сейчас мы их прям здесь себе воткнем. Будет больно, но зато бесплатно. Вот, под него даже место есть. Отлично. Хе. Следующий. Ой, я опять заигрался. А там вот что за херня? Давайте посмотрим вначале. А, это колесница. Колесница. И все, тут одно колесо и все. Трубой? Без трубы. Неинтересно. Так, можно вот эту фигню разобрать. Мне, в принципе, хватает такого питания. Да мне любого питания теперь хватает. Можно не оббегать? Я что-то, по-моему, спилил сквозь. Вам так не показалось? Мне вот что-то показалось. Оказалось. И оббежал. Где второй трастер-то? Вот он. Вот он, часть моей мечты. Чего тебе надо? Детач мод. Nothing to detach. А, ты уже все? Ты все, что ли? Ага. А я думал, сова. Так. Усовершенствование моего корабля. Стяще. Один с одной стороны, другой с другой стороны. И куда мне тебе совать? Вот туда вот и совать.
и совать вот сюда. 9. Да. Компьютера не хватает. А они есть? А если найду? Нет. Не взял. Эх, ладно. Мне два трастера по-любому приварить надо. Так что ты мне не это. Не балуй. Компьютер, конечно, пропадает, но куда деваться? Не мы такие, жизнь такая. Так. Shift P. Да что ты? 4. Shift P. Shift P. Во. Покрасить и выкинуть. Так, идешь со мной. Вот так замри. Вдохнуть и не дышать. Так, не туда. Чаще. Не туда. Так вот. Так вот, много. Мало. Так, 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 так. А, мне его еще вокруг своей оси надо провернуть. Где у него там это? Фигумбала. Фигумбала. Все, варись-ка. Отлично. А что, я никуда не иду? Фу ты, блин, клавиатуру спутал. Там говорит, забери меня. Кто говорит, забери меня? Антенна. Я вот не помню, ребят. Вот антенна жрет просто вот как не в себя. Но антенна должна быть на любом этом. Чтобы мне можно было удаленно хотя бы выключить этот сраный корабль. Давайте приварим себе антенну. Давайте режем Сусанину. Тут, по-моему, есть маяк. Да, маяк есть. Ну, маяк-то это не антенна. Давайте посмотрим, сколько он потребляет. Так, маяк. Маяк, 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 маяк. Стартер-ровер. Потребление 0. Да в смысле? А он выключен. 20 киловатт. Как вам такое? Так, 16, 15. Ну, 10 тысяч. 1 киловатт. Секунду. Так. Ага. Стартер-ровер. Ламбер-ламбер. Есть ли у меня удаленный доступ, когда есть маяк? Нету. Понял. Сначала не понял, потом понял. Сейчас мы дежапируем антенну. Чего делаю? Enemy блок. Enemy detected. Не извизди-ка мне гвоздика. Мою. Вот. Теперь у меня появилась антенна. Блин, уже час целый. А сколько за кадром было? Вы даже себе представить не можете. Так, берем, привариваем сюда эту антенну. Антенну. Так, она сюда влезет? Ну, если со скрипом, конечно. И вот эти вот два этих помешают, да? Ну, давайте сделаем, мы же в инженерах. Мы имеем право все это переделывать, как нам влезет. Да ты меня задолбала. Их, хотел скинуться в тот конвейер, но уперся головкой. Так, а хватит ли мне компьютера-то? А то я сейчас напиливаю. Сколько у меня компьютеров? 2. На него хватит, а я второй трастер-то еще себе не приварил. Не приварил, не лагай. Посмотрим, где там будет. Вот здесь, по-моему, есть компьютер. Да, есть компьютер. Да ты меня заед... Я в тебя плюну. Так, а для чего у меня здесь конвейер шел? Так, туда-сюда. А, он как раз сюда и выходил. Для чего я его пилю? А почему же... Фе, фе. Так, что еще выкину? Фе. Потом подниму. Инвентарь. Фул. Вот фул и упал. Так, майфуна на фальника. Хорошо. Ты будешь ее варить или нет? Или нет, сказала Анна. Так, берем. Так, так. Да иди ж ты, женщина. Изыди. Як. И чуть-чуть вокруг своей оси. Да подожди. Вот. Можешь, когда хочешь. Так, кон. Чуть пусть подлиннее будет. Не каждый же день видео выходит. Но если я буду все выпускать каждый день, то, что я записываю, ребята, вам нечего будет смотреть каждый день. Что, в принципе, логично. Так, хорошо. А, проварить. Так, хорошо, это сделал, это сделал. Ты меня уже заиграла. Вот честное слово, заиграла. Закрываем. Теперь не фул. Нормально? Не фуль. Так, здесь все проварено, здесь все проварено.
Че ты? Ты тоже был неудовлетворен? Так, здесь, смотри, тут даже эти ячейки. Ячейка. Блок тяжелой брони. Но это все у меня блоки, конечно, страдают в первую очередь. Я, по-моему, застрял. Ты серьезно застрял сейчас или так? Лети! Ну ты чё, серьезно? Ой, блясть вообще! Так, и как я могу себя? А я джедайской своей силушкой богатырской не смогу себя поднять? Нахрен тебе? Оно еще и присосано, как минимум. Так, и теперь у меня же есть доступ. Чё-то никакого доступа нету. А почему нет-то доступа-то? Выпустите, блядь, тяще. Ладно, ребятушки. Мои дорогие, к превеликому сожалению, произошла внезапная... Он у меня встал, что ли, здесь? Он почему-то у меня раскорячился прям под моим этим, но... У меня с собой нет бура, чтобы откопаться, поэтому придется мне немножко по... это... Подпилиться, наверное. Вот это мешает, наверное. Ты же вылезешь? Славьте яйца. Что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами был Даев. Подписывайтесь, кто не подписан. Будет много всего интересного. Снимаю для вас, стараюсь для вас радовать вас, выполнять ваши хотеблы. Краулер перекрашу в зеленый цвет и выкину. В общем, всем огромнейший лайк, который не показывается в этой игре до сих пор. Так что, их, спасибо огромнейшее всем за любую вашу поддержку, за то, что не забываете, за то, что смотрите. Берегите себя и своих близких, это самое дорогое, что у нас есть. Ну, а я отдаю вам свою честь и невинность, и потихонечку начинаю закругляться. Серия получилась более-менее нормальная, выполнил все, что вы хотели. Все, ребята, всем лайк, всем до новых встреч, всех обнял, приподнял и даже поймал. Не болейте, берегите себя. Всем пока-пока. А это список всех, поддержавших меня с самого начала, заплеток языкается, с самого начала развития моего канала. Всем лайк, до новых встреч.